Друзья, бывает и такое даже, что даже в Дубае заканчивается краска для разметки. И смотри, пришлось им запихнуть лампочки в проезжую часть. Ну что ты гонишь? Зачем? Ну краска закончилась у людей. Зачем ты на взлетную полосу вылез? А? Ой, ё, там он что-то заходит на посадку. А мы заходим на посадку, нас забич. По-моему, там что-то взлетает. А мы заходим на забич. Погнали. Там мы стоим тут на каком-то месте, непонятно. И это они ездят прям по лампочкам? Ну подойди ближе, посмотри, это же не... Ну точно лампочки? Они еще и бегущие огни. Смотри, еще ни одна не перегорела? Угу. И не покрали лампочки? Они даже топчутся по ним. Не покрали лампочки? Не, ну дикие люди. Дикари. Так, и что мы выходим прямо на The Beach? Бич – это хорошо. Только главное, чтобы нас тут никто не задавил при переходе. Проезжая часть в неположенном месте. Ага. Итак, и сядем. Да, ну и пляжик они отгрохали, я тебе скажу. Одно название чего стоит. Ну, может быть, где-нибудь в Майами-Бич или Лонг-Бич что-нибудь и есть подобное, но я что-то очень сомневаюсь. Ага.